Радостное ожидание чуда и волшебной сказки неизменно приходят в преддверии зимних праздников. В последний день уходящего года, 31 декабря, областная филармония приглашает посетить фееричную концертную программу «Новогодний переполох», которая подарит заряд праздничного настроения и фейерверк положительных эмоций. В исполнении солистов Калужской областной филармонии в сопровождении симфонического оркестра под руководством Василия Валитова прозвучат арии и дуэты из классических опер и оперет, а также известные хиты из советских фильмов и мировых мюзиклов. Украшением концерта станут хореографические номера в исполнении академического ансамбля танца под руководством Елены Теребеленко. Концерт состоится в 17 часов, но организаторы рекомендуют прийти заранее. Перед началом программы гостей праздника ждет сюрприз. Замечательный подарок для калужан и гостей города – зажигательное выступление группы «Родные и близкие» в фойе филармонии. Спешите, калужане! Хочу я вместе с вами устроить новогодний большой переполох!